Место водителя в Каджар оформлено по последнему слову техники и только из высококачественных материалов. Чтобы водителю во время вождения было комфортно, его место оборудовано 7-дюймовым цветным TFT-дисплеем. Помимо стандартной информации тахометра и спидометра на дисплее отображается интерфейс навигационной системы, аудиосистемы и различные полезные подсказки. Стиль и цвет дисплея можно настраивать по своему усмотрению. Доступны коричневая, синяя, красная и зеленая цветовые схемы. Указатели уровня топлива и температуры двигателя представлены в виде светодиодных индикаторов. На рулевом колесе размещены средства управления бортовым компьютером. С него можно управлять функцией телефонной связи в режиме свободной руки и регулировать работу системы ограничения скорости торка открывается и закрывается автоматически или вручную с помощью переключателя на крыше. Сиденья обеспечивают всестороннюю поддержку и ограничивают смещение корпуса в стороны. В зависимости от модели положение сидений можно регулировать вручную или с помощью электропривода, управляемого кнопками сбоку на сидении. В зависимости от модели доступны передние сиденья с подогревом. При включенном зажигании нажмите выключатель на сидении, чтобы включить обогрев. При этом загорятся сигнальные лампы, встроенные в выключатель. Чтобы снизить температуру, снова нажмите выключатель. Третьим нажатием подогрев полностью выключается. Система регулирует подогрев автоматически и при необходимости сама выключает его. Положение рулевого колеса регулируется по высоте и глубине, что позволяет водителю подобрать для себя максимально комфортную посадку. Центральная консоль оборудована 7-дюймовым емкостным дисплеем в альбомной ориентации и рычагом коробки передач. В зависимости от версии, Каджар оборудован автоматическим стояночным тормозом, который обеспечивает неподвижность автомобиля после остановки двигателя. И разблокирует колеса, когда двигатель переводится в режим ожидания для автомобилей с функцией остановки и запуска двигателя. При включенном стояночном тормозе на щитке приборов отображается сообщение ⁇ Включен стояночный тормоз ⁇ а на панели и выключателе горят сигнальные лампы. Автоматический стояночный тормоз снимается, как только автомобиль начинает набирать скорость.